Немецкий правительственный самолет снова сломался. На этот раз не повезло министру по вопросам экономического сотрудничества Герду Мюллеру. У лайнера, на котором он отправился в турне по странам Южной Африки, возникли неполадки с двигателем. Так что теперь, как минимум, из Малави в Замбию ему придется лететь регулярным рейсом. Но также в ноябре прошлого года пришлось поступить и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она из-за поломки правительственного самолета добиралась на перекладных в Аргентину. Сильно опоздала и пропустила открытие саммита «двадцатки».